Профильный комитет Совета Федерации по науке и образованию рекомендовал Верхней Палате одобрить закон о реформе РАН. При голосовании воздержался член-корреспондент РАН Арнольд Тулахонов. Он попросил вернуть закон на доработку созданием согласительной комиссии. В свою очередь, как сообщают РИА новости, зампред комитета Виктор Касауров напомнил сенаторам о том, что в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении в Госдуме к нему были приняты 30 поправок. Напомним, законопроект о реформе РАН был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтении 18 сентября. Бесплатный интернет обещает студентам, проживающим в общежитиях московских вузов. По словам советника руководителя департамента информационных технологий Москвы Константина Горохова стартовал пилотный проект. В нем примут участие семь общежитий МГУ, РУДН, МГГУ, МГСУ, РГГУ, Финансового университета и МАТИ. За три года планируется за счет столичного бюджета охватить интернетом более 200 студенческих общежитий.